Пудонг. Жарко, влажно. В небе постоянная дымка. Час назад была гроза. Поэтому четкости никакой. Наверное, слышно, что ветер сильный. А вот это регулярные трамвайные сообщения. Стоит 2 юаня. Минут 5 перевозят с одного берега на другой. Есть точно такой же, только без кондиционера, без стекол. Стоит 1 юань. Если фоткать, то лучше с дешевого.